18:40, водитель 94-го года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2114 по автодороге Донской-Лябчев-Крепинский в районе 5-го километра, не справился с управлением, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пассажир 99-го года рождения с телесными повреждениями доставлен в Калачевскую ЦРБ, где впоследствии от полученных травм скончался.